призовые места в мире. Ну, мы все сейчас очень внимательно будем смотреть начало финального поединка среди мужчин. Итак, 0-0. Здесь они не очень часто, поэтому и даже по мировому рейтингу, который в этом финальном поединке. 21 год, я еще раз хочу повторить представителю вот Тайваня, Чуан Чуан. Конечно, новые Тайваня, Чуан Чуан, я в первую очередь имею это выполнение подачи. Вы знаете, уважаемые люди мужского тенниса, что сейчас подача я просто замолчал, почему-то вот так возникают проблемы. Очко просто фиксируется как мере игры, самым правилом. Мы знаем, что Крянга прекрасно выполняет левый топ-спин. Вчера был великолепный теннис. Я думаю, что теннисист вперед. Такой был акцентированный удар. И выиграл очко. Турном я ему тоже задал вопрос, что скорость мяча стала меньше, 38 миллиметров до 40. Не привело вот пенной камеры, иногда не успевали вот схватить мяч и показать его ход. Ой-ой-ой. Атаковать из средней зоны, из дальней зоны, именно слева я акцентирую внимание ваше. 8-9. Как раз повторный Крянге. Не поменял он позицию, проиграл очко. Но ничего, это он придавал правому вращению. 10-9. Ой-о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 й. Какие вращения демонстрировал Калиников. И как здорово, великолепно просто. Сейчас на них реагировал. Вот как сыграли турнир юниоры. И на том, какая ситуация у нас в российском настольном теннисе с нашим резервом. Вот посмотрите, что если бы мы учитывали только... Настораживает такой момент, что лакей в мире 268-й и Власов 316-й. При такой же возрастной категории их же ровесников, вот Куюки, который выиграл. Вот на это, так сказать, можно и ориентироваться, что наши юноши пока будут уступать Азии Калиникус. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 12-й ракетки мира. Если бы он выиграл Ван Хао, ну и в туре за выход в полуфинал. Вот такого не случилось, к сожалению. Он говорит, что нет, а очень хотелось бы. Ну, наверное, все-таки такая вещь тренируется. И поэтому, если нас сегодня смотрят дети и тренеры, которые занимаются детьми, я вот вчера спрашивал Смирнова, буквально на все это теннисист сейчас уделяет время. Выполнение подачи, так и прием. Можно и подрезать, можно и толкнуть, можно и накинуть мяч. То есть вариантов должно быть очень много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что можно сказать? Сыграл против Бола, играл против Хайстера. Да. Проигрывает Крянгу на подачу. Конечно, совершенно четко играет Чуана по месту. Через центр, правую сторону, вы смотрите. 10-6. Кассетка и не попадает на половину Крянги, на половину стола Крянги. Вот, посмотрите, очередной раз подача. Решает это, конечно, когда вот какие-то будут... Леникос, то есть они для него такой большой проблемы не составляют. И сам слева со стола. Ну вот правда сейчас мяч задел верхний край сетки, не попал, но тем не менее вот сейчас мы видим, как он демонстрирует превосходно. Партия впереди Крянга, и он на подачу. Один год представителю Тайваня и так остро играет на приеме вот такой мяч с вопросом. Эти вопросы все решаются. Вот теннисисты из Тайваня. Эту тактику представитель Тайваня Чуан
кренгу по всей площади игровой поверхности. Ох, 3-7. На приеме это вращение коленей на столе. Да, взаимных обоюдных вращений. И чем он был сильнее в перекруте. Конечно, вот именно про такое выполнение подачи сейчас трактует новые правила настольного тенниса. Не закрывать. Да, хорош. Калиникус вот сыграл дважды в левый угол и выигрывает очко. Семь восемь. Впереди Крянго на подачу. Ай-яй-яй, Калиникус. Вот так не попал сейчас удобный мяч. Да. Я думаю, что Крянго, да, должен выиграть это очко. Потому что весь расчет был у представителей сейчас Тайваня Чуана поймать Крянго. Вот, скорости выполнения при выполнении. Очень важный сейчас фактор. Корпус, но не получилось, почему? Потому что в какой-то степени не увидел тот комплекс вращений. Вот, пожалуйста, судьи не увидел выполнение подачи. Ведущий рефери в степени может выбивать из того психологического такого состояния равновесия, в котором находится теннисист. Ну, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, добил Крянго, выигрывает 5 очко. Очка, потому что он играл мощно по диагонали, добавлял боковое вращение, и мяч ушел бы от Чуана в сторону. Чуть-чуть теряется. Вот сейчас даже уровень мастерства высокий, но тем не менее. Так. Что он сделал? 8-7. Посмотрите. Снимает 8 очко. Пользу. Ой. То судьи показывает, что он что-то правильно сделал. Мы видим здесь картину совершенно другую. Корик сыграл в правый угол. Да. 10-10. Да. Больше у Калиникуса на подачу. Да, но повезло. Повезло сейчас Крянге. Забирает сетку. Ну вот в этом перекруте, если как-то имеет преимущество в розыгрыше таких очков. $1000. Последние места занимают вот по $1500. Ну, призовые достанутся вот всем игрокам. Слева. 3-0. Да, очень мощное начало пятой партии.
Крянга восьмую. Чуану 21 год, Крянге 30 лет. Все-таки играть и в средней зоне, и в дальней зоне. Великолепная подвижность. Великолепное владение мячом. То есть в этом возрасте можно демонстрировать прекрасное начало Чуана. За это говорит результат. Вот смотрите, как поймал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот посмотри. Острый выпад. Вот. Это очко. Ух. Вы посмотрите, насколько точен в приеме вот этих вращений Чуан. Ты посмотри, 11-1. 11-1. Получается, это радует нас, всех российских болельщиков. Может быть, мы увидим в недалеком будущем и Алексея Смирнова на пьедестале. Посмотрите. Такое вращение попадает Чуан, но он старается все-таки перекручивать справа. Слева 2 очка. 2 очка, он впереди 2-0 на подачу. Хороший удар сейчас слева продемонстрировал. Чуан выигрывает первое очко. 2-1. Ух, насколько быстро прием. Прием подачи должен быть, так сказать, вариативен, разнообразный. Еще потому что если более универсальным игроком. 2-3. С подачей корпуса, с разворотом корпуса. То есть мощное вращение. Да, центр. Но, тем не менее, когда он такие мячи попадает, то они большую сложность создают. Вот иногда Калиников контратака существует у Крянги. Великолепная контратака. Ой-о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 й. 7-4. Да, если выиграть. Да, на приеме таких вращений со стороны Крянги. Выигрывает 10 очко. Она была чисто выполнена. То есть, вот, пожалуйста, с высоким подбросом. Вопросов ни у кого не будет. Первый вот выполнил эту подачу Чуан. Да. Итак, мы увидим седьмую партию, заключительную партию. Конечно, всем это очень интересно. Вот дерево мирового настольного тенниса. Ну, это связано с тем, что де-факто подача Калиникус. Конечно, вот то, что сейчас у нас происходит все до 11 очков, а не до 21, это говорит о том, что теннисист долго на вес золота. Вот 1-0 повел Калиникус. Ой, очень важно. Второе очко. Но, тем не менее, Крянга ошибается. 1-2. Да, вот. Кисть очень большую роль играет в настольном теннисе, особенно при выполнении вращений, подач. Потому что, наверное, настольный теннис, потому что от этих подач у нас около 2000. Около 2000, которые разделяются по классификации, по количеству вращений, по направлению. Трое, потому что... Чемпион не может быть уже просто рядовым спортсменом без характера. Очень хорошо проходит серия как раз после этой подачи. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Впереди Чуана на подачу. Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть завысил мяч с траектории, и Крянга ждал более быстрого перехода, потому что он готов.
женском парном и в мужском парном разряде представители Китая. Ой, здорово! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот локтем мяч улетел 5-8. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотелось бы, чтобы Крианга смог выиграть. Ай-ой-ой. Повезло сейчас, повезло. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. А вы смотрите. Он поцеловал пол, на котором играл. Да. Итак, чудо Нидерланды. И у нас есть все возможности участвовать. Надо сказать, что есть возможности у нас. Сейчас я обсуждал вопрос с президентом Федерации о том, что о возможности организации такого протура в России. Есть все возможности об организации, это очень важно. Ну что, Юрий Алексеевич, для проведения такого этого протура нужен минимум 30 тысяч долларов? Значит, да? Этот протур стоит где-то порядка 90 тысяч. 60 тысяч Международная Федерация возвращает, а 30 тысяч это должны проводящие организации должна вложить эти деньги. Ну, естественно, может быть больше вложить, но...